Всем привет, дорогие друзья! В выходные дни нашему городу исполнилось 240 лет. Но я с этой датой категорически не согласен. Если заглянуть в историю, то она понасчитывает около 8000 лет. Но об этом как-нибудь в другом ролике. Так как же проходил праздник в городе? Все мероприятия проходили в городе в режиме ограничений, но было сделано все, чтобы создать у жителей и гостей курорта праздничное настроение. В течение всего дня на театральной площади играла музыка и работала гастрономическая ярмарка. Работали качели и карусели. На улице Горького была сделана зона «Арт-авеню», где можно было посмотреть, познакомиться и приобрести всевозможные поделки мастеров. Для детей проходил конкурс детского рисунка. За лучшие работы юные художники получали призы. Работал морской порт, где можно было совершить прогулку на всевозможных плавающих суднах. Вечером был праздничный салют.